На первом этапе соревнований сошлись 6 команд спасателей со всей области. Каждый из них, согласно легенде, предстояло освободить водителя и пассажира, зажатых в салоне автомобиля в результате ДТП. Поскольку машина в любой момент может загореться, спасатели, параллельно помощи пострадавшим, сразу начинают превентивное тушение. Нормативов у нас на данном этапе нет. То есть здесь у нас смотрится как правильность действия отработки алгоритма, то есть выполнение на правильность. Соответственно, время мы учитываем, то есть для, так скажем, перехода во второй этап победят те, кто, у кого будет лучший результат, и, соответственно, кто правильно выполнил свои задачи. Среди основных задач – практическая отработка навыков по оказанию помощи пострадавшим при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В считанные минуты спасатели зафиксировали и обесточили автомобиль, разрезали опоры, сняли крышу и оказали первую медицинскую помощь пострадавшим. В итоге на первом этапе 36-я пожарно-спасательная часть заняла 3-е место, 18-я – 2-е, победителем стала 5-я ПСЧ. Второй этап уже совсем скоро пройдет в Саранске. Елизавета Зиновьева, репортер 73.